Puma contra Lee Ruizio. Смотрите, кто мне здесь мешает сидеть смотреть видео. Пусик. 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 Нет, Пусик, ты что наделал, Пусёныш? Ты что наделал? Кисёнечка моя. У нас сегодня воскресенье. Мы уже позавтракали. Мы сегодня завтракали бикини. Вот, да, пусеночек? Вот, и я сижу, смотрю разные рецепты. Боже, зая, как это выключить? О, крестик есть? Во. Ой, кто это тут на меня же прыгнул? Кто это тут на меня же прыгнул? Муа. Вот, и мы... Точнее, я лежу, смотрю разные рецепты по компьютеру. Так что, можно так сказать, отдыхаю. Сегодня воскресенье, я не думаю, что мы сегодня куда-то поедем. И у меня после вчерашнего моря сопли, и голова немножко побаливает, поэтому я вчера, наверное, все-таки перекупалась. Не знаю. Пусёк, ты что, решил мои ноги погрызть? Как они утром меня сегодня царапали. У меня ноги поцарапаны. Тут царапина, там царапина. Вы малыши, карандаши, это... Кошмар какой-то, кошмар. Ля-ля-ля. 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 Катины пробы на роль певицы. То, что вы сейчас слышали, это такое происходит, когда я слишком много слышу своего голоса. Я на то, что Ваня сидит, монтирует видео, там мой голос. И бабуля сидела, смотрела влоговое видео, и там был мой голос. А я не люблю себя слушать, мне не нравится мой голос. И я вот так вот глушила свои мозги, чтобы не слышать свой голос. Так что я не сошла с ума, все замечательно, все отлично, немного. Совсем немного. Кстати, я сейчас снимаю бабушку, она готовит какую-то вкуснятину. Вот, уже поставили в духовку. Так что, Зая, наверное, мы подождем, когда она приготовится, и потом попьем кофе с этой вкуснятиной. Угу. Да? Да. Да? Сегодня пасмурно как-то сегодня. Как-то сегодня делать ничего не хочется. Сейчас покажу вам мою крокодилечку. Смотри, присосались, скажи, Пумочка, да? Присосались эти маленькие проглотики. Проглотики присосались. Вот этот очень тяжелый стал. О, боже, какие они огромные стали. Слушайте, растут. Очень быстро растут. Да, Пусяня? Пумочка. Ты моя сладкая Пумочка. Все, мы отстрелялись с бабушкой. Смотрите, какую красоту бабушка приготовила. Супер. Слушайте, а что все такое синее? О, все, не синее. Смотрите, какая красота. Так, вот это вот. Так, я одной рукой не смогу. Ваня сделал мне кофе с сердечком. Видите? Да. Вот сердечко. Классно. Только могут люди не увидеть тут сердечко. Ну вот а так вот, смотри, вот так вот видно, что это ну, сердечко. Ну, главное, Катя увидела. Я увидела, это главное. Вы думаете, мы сидим дома? Нет, мы даже не приехали в этот, не в магазин. Мы сегодня идем в музей. Дело в том, что у нас в Испании некоторые музеи первое воскресенье месяца бесплатные. А некоторые музеи, которые каждое воскресенье бесплатные. Так как сегодня воскресенье, и мы сегодня идем в музей, который называется Музей Блау. Голубой музей. Так что сейчас мы припарковали машину и теперь идем в музей. Мы идем в вот этот вот музей, который называется на Диагонали Мар.
Вот здесь вот. Так что идем. Ой, ветерочек. О, красивое здание, классно сделано. Так, вход где-то там, да? Или там? Тут не будем фоткаться? Ну, давай. Над нами скелет кого-то. Огромные ребра, огромный хвост. Поднимаемся наверх. Вау, смотрите, какая огромная рыбёха. Ух ты. Смотрите, а вот это вот отдел для маленьких детей. Они там лазят в ракушках различных, то есть с ними занимаются, монитор. Слушайте, классно. Так, здесь что у нас? Мы вошли в темноту, и нас встречает огромное... Где? Вот это? Угу. Смотрите, какая жабка огромная. Тут тарантул, а здесь скорпионы живые. Он во льду сидит, кстати. Охлаждается? Да, вот тут лед в этой штучке, он там сидит. Прикольно. Какой красавец. С оранжевыми, не, оранжево-красными лапками. Тоже тарантул. Тарантул-то какой-то другой. Он менее ядовитый. Вот тут шкала. Смотрите, какая змеюка лежит. Красивая такая. Слушайте, такая красивая. Она как будто бархатная. Камера не передает, но она как будто бархатная. Вот ее название. Меня спустила кожу. Видите, вот эта беленькая? Угу. Это она по мне... Ничего себе, я еще такое не видела. Я видела, как уже... Ну, когда валяется уже, да. Уже эта кожа. А так нет вообще. Смотрите, какие зеленые длинные змеи. Ой, она двигается. Вау. Вау, какая она красивая. Мамба Верда. Вот название. Круто. Смотрите, здесь экспозиция вот этих вот насекомых. И стоит мазь русская, как экспонат. Смотрите. Прикольно. Да, такого не ожидала увидеть. Видите? Классно. Но это не настоящие, это именно сделанные. Увеличительная копия. Огромные. Смотрите. Какая красота. Это выгнутый проектор, да? Да. Тут везде проектора. И все видно. Садишься вот на стульчик и смотришь. Ничего, такой скорпиончик, да? Нормальненький муравей. Тут есть, смотрите, входишь. Экспонаты пуговиц. Пуговицы. Хотите посмотреть на пуговицы? Да, тут даже такое есть. Ух ты, какие птички. Смотрите. Вороны. Как настоящие, боже. Мне иногда пугают такие вещи. Страшненько становится. Круто. Там кто-то еще есть. Какую красотень. Так. Ой, смотрите, вот эти розовые фламинго. Фламинго. Класс. Я что хотела показать? Я хотела показать вот это. Пойдемте, папочка, смотрите. Ух ты. Ух ты. Как будто вода. Ага. Мы ходим по воде. Ваня, ты видел? Слон. Что-то маленький слон.
Молодой, наверное. Слоник-то. Смотрите, какой цветок. Вот это вот я так поняла, что это подвигается. Штука вместе с камерой. И разглядывается внутри. И вот тут вопрос. И ответ, да? Ух ты, лимоны. Так, а тут что? Одуванчики. Что она делала? Ладно. О, это типа того росни, которую ты взяла. Угу. Смотри, клубника. Клубничка. Честно, мне очень нравится этот музей. Здесь очень интересно. Вообще классный музей. О, вон, кстати, пойду к окну. Тут различные скелеты разные. То есть вообще здесь обалденный музей. Мне очень нравится. Очень интересно. Мы сейчас в другой зал пойдем. Я сейчас вышла ближе к окну, чтобы этот... чтобы меня видно было. Сейчас пойдем в следующий зал. Здесь ничего нету. Нет. А здесь стенд огромный с различными камнями интересными. Вот это камни, минералы. О, вот этот вот красивый. И вот этот вот. И все они здесь. Ух ты, вот этот вот красивый. Класс. Смотрите, какой камень интересный. Розы, да? Как розы, да. Интересно. Какой он красивый, блин, газолит. Камера не передает. Ёжик. Так, не фокусируется. Боже. Очень красиво. Планета, и я ее кручу. Так. Вот. Уберись, картинка. Что это она мне показывает? Ух ты. Тут смотри, Америка. Шариком крутишь, все видно. Ой, какой вид классный. Ване нравится здесь. Ой. Вышли с музея, решили пойти в порт прогуляться, бабушку пофотографировать. Ой, что-то я сегодня так устала. О. Ножки мои, ножки. Ой, сяду. Посижу, внизу там море. Гуляли и приехали в ресторан. Я уже переоделась. Сейчас будем кушать. Огурец. Это огурец. А, я взяла суши с огурцом. Что-то новенькое появилось. Видели? Креветка с грибочком в каком-то соусе. Моя любимая лапша. Креветка, и вот это тоже что-то новенькое. И вот это тоже очень люблю. Так что всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Всем приятного аппетита. А? Вот это вот, что я взял, тоже попробую. Угу. Так. Суши с рыбой я не люблю. Мы хотели с авокадо, но не было с авокадо. С огурцом. Так, а сейчас я буду бороться с лангустом. Сначала я съем вот это, а потом кокос. А Ваня, ты куда сейчас? Я сейчас себе наберу еще что-нибудь. Хорошо. Я пришла в туалет. Сейчас расскажу, как раз дело в том, что там не всегда разрешают снимать. Мы пришли в этот ресторан, потому что завтра Ванина бабушка уже уезжает. Мы завтра будем отвозить ее в аэропорт. И сегодня мы решили поужинать все с семейной кухней. Все в сборе, решили поужинать в нашем любимом ресторане «Бог». Кто будет в Испании, обязательно зайдите в этот ресторан. Это безумно вкусно, недорого, и есть различные деликатесы. Вот, так что, очень вкусно. Ладно, это все, что я хотела сказать. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.